Я такой Леон. Вот такие повреждения крылышка. Чуть-чуть ему тут досталось. Все замяло, замяло. Чуть-чуть есть надрыв вот здесь. Так, красить будем крыло и бампер. Бампер тут тоже ему прилетело, царапки. Ну и, ясное дело, бампер весь в сколах. Сколи, сколи, сколи. Везде сколи. Бампер как-то вообще очень сильно цвет не в цвет. Но машина не крашеная, значит, это по заводу он так идет. Настолько отличается. Видно? Бампер какой-то желто-зеленый. А машинка ближе к синеве. Ну, так, 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 так. Тут у нас что-то тут торчит, какая-то шишка. Сейчас попробуем словить ее. Где она, где? А вот видно, да? Шишка, шишка. Непонятно, откуда она тут взялась. Или все-таки он уже крашеный. Ладно, это с этим потом разберемся, крашен или нет. Ну вот, вот такая работка будет. Буду показывать. Сиатика я уже разобрал. Пока крыло поехало на рихтовку, я займусь бампером. Так, бампер сейчас будем обдирать все до пластика, потому что сколов много, много-много. Он весь отмытый. Вот. Ну, короче, все стандартно для бампера, весь посеченный. А ну-ка. О. Вот так выглядит. Так, сейчас начну 220-ки. Мне кажется, что тут лакокрасочная будет очень тонкий слой. Вот, значит, 220-320. Если 220-ка не очень будет справляться, то тогда на 180 перейду. Бамперочек от Сиата уже готов. Осталось мне сейчас проклею. Сразу обезжирю все. Проклею вот эти места, которые не надо грунтовать. Эти вот здесь, в этих отверстиях. Они по заводу были, он черные. Вот, там все промотовано, а вот это все клеем. Вот, использовать, ну, также вот заглушечка одна, там на вертолете еще две. А вот этот вот грунт адгезионный для пластика. Прикольный, чем прикольный? У него, получается, в него добавлено как будто серебро. Вот, и, ну, то есть, облегчает, скажем, улучшает контроль нанесения. То есть, когда его наносишь, по вот этому серебру, она как проявка, ты видишь, ну, то есть, нанес, не нанес. Ну, просто такая вот особенность у этого грунта, я еще ни разу такого не встречал, ни в одном адгезионнике. Вот, ну, как бы что-то добавили. Вот, ну, все, ладно, погнали грунтовать. Крылышко от себя тоже отрихтовано. Вот так выглядит после рихтовки. Сейчас буду обдирать лакокрасочное. Оставлять здесь ничего не буду. Я колористу сразу говорю, что будет стык. Потому что, ну, нет смысла тут какие-то гранички оставлять. Вот скол. Потом по низу здесь уже вон там есть ржавчинка, надо все вычистить. Тут царапки присутствуют. И где-то я еще видел скол. Ну, тут рядышком. Вот. Тоже царапина такая глубоковатая. Ну, есть, в общем, сколы. Смысла нету. Значит, сейчас все выдираю и будем шпатлевать. Better in bed.
I just need a win. I'm going off, I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm going off, I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. Сейчас буду грунтовать уже крылышко от Сиата. Вот оно так выглядит. Шпаклевка. Все, сейчас наношу кислоту и потом наполнитель. Уже все готово. Сейчас пройду баллончиком. Тут протиры есть на вот этих заглушках стеклоомывателя. Ой, фароомывателя. Так, с цветом, короче, жопа полная, два подбора, и нигде цвет не нравится. Вот, поэтому будем делать заход на дверь. В переход. Ну вот, крылышко. Крылышко, крылышко и бампер. Все, начинаю. Друзья, у нас тут полным ходом сборка Сиатика. Вот так выглядит дверь в переход. Все отлично. Есть пару мусоринок. Сейчас я подполирую. Вот. Тут упало. Сейчас видно. Ну, еще пару штучек есть. На крыле, по-моему, ничего нету. Вот так выглядит ремонтное крыло. Все отлично, все ровненько. Ну, уже сейчас дополирую. Полностью соберем. Выгоню, помою и покажу уже финалочку. Машинка готова, отполирована. Но еще пока грязная. Осталось ее помыть, перекрутить номер. Вот. Ну, вот такой результат. Где было повреждение у нас. Там на дверьке по переходу все отлично. Ну и бамперочек. Поставили зазоры, подровняли. По капоту не очень был зазорчик. По цвету, в принципе, все хорошо. Чуть-чуть на бампере есть отличие. Ну вот видно, да, стык. Но она вообще не критичная, как бы для такого цвета. Тут все отлично. Было пару мусориночек, не без этого. Все подполировано. Ну вот, вот так все выглядит. Ну а на этом попрощаемся. Всем спасибо за просмотр. Вот, всем удачи. Всем пока.